Отсутствие окон и дверей, покосившаяся крыша, груды мусора. В ходе очередной прокурорской проверки на территории города и района вновь выявлены бесхозные дома и здания, доступ в которые является свободным. А ведь такие полуразрушенные помещения становятся пристанищем для лиц без определенного места жительства, а также преступных элементов. Указанные объекты являются потенциально опасными, в том числе для террористических посягательств. И с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности свободное проникновение в указанные здания и помещения создает условия для противоправных действий вплоть до совершения террористических актов и может стать объектом пребывания данное здание нелегальных граждан, иностранных граждан без постоянного места жительства, а также несовершеннолетних детей, что создает угрозу для их жизни и здоровья. В рамках надзорной деятельности, предусмотренной федеральным законодательством по противодействию терроризму и экстремизму, сотрудниками прокуратуры совместно с полицией, администрацией города и района ведется работа по установлению бесхозных домов, их владельцев, а также обеспечение со стороны собственников ограничения доступа в них путем установки ограждений и заколачивания дверных и оконных проемов. Стоит отметить, что во втором полугодии текущего года Уваровской межрайонной прокуратуры собственникам выявленных зданий направлено 3 представления об устранении имеющихся нарушений. У нас вносится представление об устранении нарушений, которое рассматривается в течение 30 суток, и, соответственно, незамедлительно принимаются меры к устранению выявленных нарушений, которые указаны в представлении. В случае, если собственник длительное время не устраняет нарушения и в ходе повторных проверок они имеют место, то прокурор направляет заявление в суд для того, чтобы обязать собственника выполнить указанные действия. Кроме того, нарушители установленного законодательства могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее содержание домовладения и наложение штрафных санкций в рамках работы административных комиссий. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона».